Дорогие друзья, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы посмотрели замечательное видео. Это срез того, что происходит у нас в одном из отелей под названием Hideaway Beach Resort and Spa, с которого мы будем начинать сегодня. Меня зовут Дыбов Олег. Я работаю региональным директором по продажам и маркетингу отелей Hideaway и Lily Beach. Эти отели не новые, они известны рынку. Я думаю, что многие из вас уже имели опыт продаж и клиентов, гостей, которые были у нас, что очень приятно. И мы сегодня поговорим в первую очередь о том, что происходит в отелях и что нового у нас на данный момент, 2024 год. Позвольте прежде всего начать с отеля Hideaway Beach Resort and Spa. Вообще, Hideaway уникален по своей природе. Я думаю, что вот из этого видео тоже нашего короткого вы могли видеть очень много зелени. Hideaway расположен на севере Мальдив. Это один из немногих отелей, расположенных на севере. Не так много отелей сейчас в этом регионе. По пальцам одной руки пересчитать. Это большой остров, 1500 на 500 метров. Добраться можно двумя способами. Это трансфер на внутренних авиалиниях плюс катер. Это примерно 40 минут плюс 20. Либо гидросамолет, который сейчас летает у нас дважды в день. Под все основные рейсы, под утренние рейсы и рейсы, которые после обеда, соответственно. И, в принципе, большинство трансферов... которые требует российский рынок, происходит на гидросамолете. Но с успехом, в большинстве своем, если есть возможности места, если это не последний момент и не высокий сезон, как сейчас, например, февраль, январь-февраль, вообще для отелей, мне кажется, для всех отелей на Мальдивах был очень успешным. И идет очень успешно, потому что мы в середине февраля, а меж тем уже мест ни у кого нет. И у нас в том числе. Так вот, хочется отметить, что, конечно, в большинстве своем гидросамолет востребован. И это прямой перелет, только наши гости на борту. У нас собственный лаунж в терминале гидросамолетов, Lily Lounge, комфортный, большой, с видом на стоянку гидросамолетов, где гости могут перекусить, чай, кофе, соки, различные прохладительные напитки. И самолет уже будет ждать. Это прямой, повторяю, рейс до отеля, прямо у пирса. Самолет приземляется, и гости уже попадают в распоряжение наших батлеров. У каждой виллы батлер, в том числе русскоговорящие сотрудники. И, конечно же, остров большой, передвижение либо на велосипедах. Велосипеды по числу гостей у каждой виллы, в том числе детские велосипеды, если это необходимо. У нас количество семей с детьми растет неуклонно из года в год. И хочется отметить, конечно, что помимо велосипедов, батлер с багги всегда будет наготове, если это необходимо. Но я перескакиваю немножко с темы на тему. Еще немного основной информации. Конечно же, Hideaway – это тот остров, расположенный в неизведанной части Мальдив. Удаление от Мали позволяет нам говорить о совершенно иной природе, о совершенно ином подводном мире, настоящем, сохранившемся за много лет существования островов. Нетронутом буквально, потому что, конечно же, более 30 спотов для дайвинга – это потрясающий домашний риф. Это те места, которые вокруг гости могут посетить. Я обязательно коснусь когда-нибудь этой темы, рассказав больше о том, что ждет гостей именно на рифе. Думаю, что это тема прямо отдельная, отдельного вебинара. Но продолжая говорить об отеле, хочется отметить, что у нас достаточно много категорий вилл различных. Первая категория Sunset Beach Villa – это условно рифовая сторона острова. Но тем не менее... Вход в воду тоже имеется. Местами могут попадаться отрезки кораллов, но, тем не менее, вход песчаный в воду. Первая категория не имеет бассейна. Это единственная категория, которая не имеет бассейна, но это уже гостиная плюс спальня. Большая, просторная, комфортная вилла. 2 плюс 2. Ну, в принципе, детишки в отдельной спальне, родители в отдельной комнате также.
При этом количество спальных мест, оно всегда доступно для различного, если разнополые дети, у каждого будет своя кровать. Вторая категория вилл – это Beach Residence Plunge Pool, это уже небольшой бассейн. Эта категория вилл расположена по обеим сторонам острова, как на рифовой стороне, так и на стороне лагуны. Теперь внимание, конечно же, каждый год нам природа преподносит все новые и новые веяния, скажем так. Меняется течение, меняются, наверное, особенности. Но в Хайдвей, с точки зрения пляжа, в большинстве своем все стабильно. Лагуна, внутренняя часть полумесяца, это большой, просторный, песчаный пляж. Ну, наверное, только когда непогода и ветер волны может нанести какую-то коралловую крошку, а так это хороший вход в море, покатый, пологий, и есть глубина, что немаловажно. Рифовая сторона, она тоже отличается особенностями. Вот первые две категории, они расположены в той части острова, где пляж непроходной. То есть джунгли подходят прямо к пляжу. И, собственно, гости имеют с одной точки зрения свой отрезок. То есть это абсолютная приватность и уединение, что является характерной чертой Хайдвей. Но, тем не менее, пляж непроходной. С другой стороны острова, там, где находится следующая категория, как раз Deluxe Sunset, Deluxe Beach Residence, Family Villa, это как раз проходной пляж, большой, тоже широкий, но, тем не менее, тоже рифовая сторона острова. Риф близко к острову, но и пляж хороший. Виллы большие, бассейны большие, по 60-70 квадратных метров. То есть, в принципе, мы говорим о том, что виллы в Хайдвей, несмотря на уже какое-то время существования, отвечают полностью всем современным особенностям. При этом это классический мальдивский дизайн. Дерево плюс камень. Все это просторно, все это комфортно. Говоря о виллах, хочется отметить, конечно, вот отдельную категорию Deluxe Beach Residence. Она находится в лагуне. У нас всего две виллы таких. Наверное, это один из особеннейших типов, который любят особенно наши повторные гости. Потрясающий вид на лагуну, огромный бассейн и просторная вилла. 2 плюс 2, но в каких-то случаях в виде исключения мы можем разместить и 2 плюс 3, то есть двое взрослых плюс трое детей, и всем найдутся спальные места. Что касается самых популярных типов вилл, помимо водных, конечно же, для пар и в некоторых случаях для семей с детьми, а водные виллы у нас мы позволяем размещать семьи с детьми с любого абсолютно возраста, нет ограничений, причем водные виллы, они просторные, также комфортные, с большим бассейном, разделяемой зонной, ванной комнаты и просторной гостиной. Хочется отметить, самый популярный, конечно, это Sunset Beach Residence и двуспальные виллы. Sunset Beach Residence – это бывшая family вилла, большая, просторная, с большим бассейном, с патио, с дополнительным местом на втором этаже. Вмещает 4 человека в базовой комплектации, так скажем. Что удобно? 2 санузла независимых друг от друга отдельно, то есть когда едет большая семья с детьми, подросшими, либо маленькими, неважно. 2 санузла очень удобно. Ну и, конечно же, это вилла, гостиная плюс спальня и потрясающий вид на риф. То есть те, кто снорклят, взяв маски и ласты, они у нас выдаются бесплатно в Центре водных видов спорта, могут пойти в любое время дня, конечно же, полюбоваться красотой подводного мира Мальдив, кое представлен в абсолютном естестве Хайдвей. Двуспальные виллы, как я часто говорю, они особенно популярны в каникулярные, праздничные даты. И, конечно же, гости заранее бронируют эти варианты, тем более, что у нас всего 3 таких виллы. И зачастую
спрос превышает предложение. Могу сказать это с абсолютной уверенностью, особенно сейчас, февраль-март, майские праздники. Ну, практически у нас редко что можно найти именно в двухспальных вариантах. Хотя на майские праздники еще пока можно. Так вот, комфортная вилла, две полноценных комнаты плюс гостиная, 4 плюс 2. Опять же, различные варианты мы готовы рассматривать здесь, потому что вилла огромная, сам по себе по площади. 4 плюс 3, 5 плюс 2 и так далее. Любые возможные вариации мы готовы рассматривать, в виде исключения подтверждать. Что хочется отметить. Двухспальные виллы у нас расположены в лагуне. Это большая площадь. Вообще для Хайдоя характерно огромное расстояние между виллами. Такого редко можно увидеть на Мальдивах, где между виллами 20-25 метров, живые джунгли. И это расстояние дает абсолютнейший комфорт, абсолютнейшая приватность и уединение. Хочется отметить, что и наши новые виллы Signature Collection, они тоже отличаются особой приватностью и уединением. Ну, достаточно сказать, что эти виллы расположены на севере острова. Это North Point, наш знаменитый. Три категории вилл. Это одна, три и четыре спальни. Односпальная Signature, трехспальная вилла Grand и пять четырехспальных вилл Султан. Конечно же, эти виллы... Они обладают особым дизайном и особой концепцией. Ну, смотря на фото, которые я вам показываю на слайдах, конечно же, можно отметить, что это арабо-марокканский стиль, мрамор, ковры, позолота, все дорого-богато. И, конечно же, самые современные тенденции в архитектуре и отделке виллы, они полностью здесь воплощены. Могу сказать, что российский рынок по итогам 2023 года составляет абсолютное большинство бронированных Signature Collection. Это особая концепция обслуживания. При этом концепция питания – это завтрак, полупансион и Signature All Inclusive. И она разнится, в принципе, от концепции питания в Hideaway, которая, в принципе, полный спектр также предоставляет. При этом спецпредложения текущие, они распространяются на Signature Collection. Я хочу сказать о том, что на данный момент у нас действительно действуют очень хорошие спецпредложения на эти виллы. Во-первых, апгрейд по питанию. Завтрак равно полупансион, полупансион полный. И, соответственно, спеццена на все включено, при этом это расширенный вариант, все включено. Пользуем ресторанами, пользуем дополнительными услугами. Вообще Signature Collection подразумевает, что здесь отдельная категория батлеров, отдельные баги от меню подушек до обслуживания в номерах в соответствии с концепцией, выбранной концепцией. То есть, условно говоря, если гость выбирает Signature All Inclusive, он вправе бесплатно заказывать на виллу из любого открытого ресторана все, что он пожелает. Завтрак, обед и ужин, промежуточное питание в том числе. Без дополнительной оплаты. Если это будет концепция на завтраках, то завтрак, соответственно, будет также доступен на вилле. При этом для гостей Signature Collection доступен отдельный ресторан под названием «Оазис», который также был построен вместе с этими виллами. Эксклюзивный, я бы сказал, ресторан, работающий на завтрак, обед и ужин. Говоря о фишках этих вилл, хочется отметить, что, конечно, помимо архитектурных особенностей, есть еще то, что называется на земле. Ну, допустим, трехспальная вилла, которая сейчас на слайде, может предложить отдельную паровую баню и сауну для гостей, тренажерный зал, также на вилле, который занимается спортом, уделяет массу времени для этого. А четырехспальная вилла может предложить водную горку для детей и взрослых. Вот здесь на слайде ее как раз через большое панорамное окно видно. Водная горка в любой момент может заработать нажатием кнопки,
при том, что как раз водная горка расположена здесь именно на вилле, именно на пляжной вилле, и не спадает в бассейн, а вокруг джунгли. То есть я хочу отметить, что это абсолютно приватность, гостей никто не потревожит, никто не увидит, они будут в абсолютной недоступности от других глаз, других взоров, полностью предоставлены сами себе на виллах. Именно поэтому, наверное, у нас нередко гости отмечают абсолютно, скажем так, малозаселенность даже в ресторанах. То есть, приходя на завтрак, не увидишь массы других гостей. Всегда это будет некая приватность, некая уединенность. Большинство предпочитает находиться на виллах своих. Это целый мир, целый отель в отеле, можно сказать так. И про Signature Collection, наверное, вдвойне. Что хочется отметить еще про Signature Collection, это действительно, помимо того, что это новый продукт, который, безусловно, интересен всегда рынку, как все новое, новые виллы, так еще и самым настоящим образом удобно встроен в существующую реальность. Имеется в виду, что вокруг зелень, уже она есть, пышущая, большой просторный пляж, вне зависимости, с какой стороны здесь смотреть, что пляж Signature Beach Residence, односпальных вилл, что пляж Sultan Beach Residence, четырехспальных вилл, с рифовой стороны, он будет широкий, просторный, с хорошим заходом в воду. Вообще, конечно, я упомянул о том, что вот это все меняется каждый год, течение с точки зрения глубины, отливы, приливы. В Харве это наиболее стабильно. Вообще хочется отметить, что север, при том, что центральный Мали может быть подвержен непогоде, дождям, вот как сейчас, допустим, сильный ветер дует, я не знаю почему, но погодная особенность. Дует сильный ветер, в принципе, солнышко, дождей нет, но вот ветер есть. А на севере нет. На севере солнце, на севере все стабильно. Вообще на севере меньше дождей, больше солнечных дней и в летний период также. Что хочется отметить здесь еще по концепции питания. У нас 4 бара ресторана и разная концепция питания. Завтрак, полупансион, полный пансион и White Platinum Plan. Концепция White Platinum Plan, конечно, заимствована, расширена концепция All Inclusive. Не секрет, что успех Lily Beach, он сыграл здесь не последнюю роль. И включенный мини-бар, включенные экскурсии, включенные более 70 видов наименований. Винные карты, крепкие алкогольные напитки, шампанское ТТНЖ, коктейли, моктейли, все рестораны, собственно, это все, скажем так, наследие нашего успешного опыта Lily Beach. При этом, конечно же, концепция востребована сейчас особенно. Даже гости, которые у нас приезжают в топовые категории, они зачастую выбирают именно расширенную концепцию «все включено», дабы не задуматься о дополнительных тратах, что очень удобно. Но при этом тех гостей, которые, скажем так, интересуют более узкий выбор, точечный, они выбирают завтрак или полупансион, таких гостей тоже много. Особенно в Signature Collection. Основной ресторан Матифару работает на завтрак и ужин в формате шведский стол. А-ля карт ресторана это Миру Бар и Sunset Pool Cafe, а также Самсара. Самсара – наш азиатский ресторан, Asian Fusion, соответственно, там проходят тепаньяки, различные варианты японской и паназиатской кухни. Можно попробовать действительно блюда, приготовленные нашими шефами. А это, наверное, самое интересное, что может быть на Мальдивах. Необычная кухня, которую не везде можно попробовать. Так вот, говоря, наверное, о кухне, хочется отметить, что еще достаточно много вариантов мы предлагаем различных ужинов, приватных ужинов, необычной стилистики. Я думаю, что мои коллеги, большое им спасибо, компании Pagroup, вообще это наш один из основных партнеров, один из ближайших партнеров,
кто имеет прямой контракт, и из года в год помогает нам совершенствоваться. Поделится как раз ссылкой в этом чате, где можно будет как раз найти описание всего самого полезного, что может быть для Харио и Лилибич. В плане ужина, в плане доп. Услуг и в плане каких-то необычных экспериментов, которые мы тоже дарим. Я пропустил слайд по Оазису. Это как раз тот ресторан, который преимущественно работает для Signature Collection. В некоторых исключениях могут попасть гости Hideaway. Также за дополнительную плату, даже находясь на концепции White Platinum Plan. Спа-центр мы управляем сами. У нас Hideaway by, Spa by Hideaway, 12 спа-суитов. Это огромная площадь, затеряна в джунглях. Заходя в спа-центр, даже не поймешь, где ты находишься, потому что это целая дорога, и спа-суиты уединены также. Все это концепция уединения и приватность, которая, собственно, характерна для Hideaway. И на самом деле это совершенно волшебная атмосфера и различные варианты не только массажа, но и косметологических процедур, аюрведа. Все, что связано со здоровым образом жизни. Для самых маленьких наших гостей детский мини-клуб. От 3 до 12 лет это уникальные программы, развивающие, каждый день новые. И несмотря на, может быть, важность этого вопроса, для кого-то это может быть важно, у нас есть русскоговорящий сотрудник в детском мини-клубе, хотя я считаю, что все равно дети общаются между собой на своем языке и находят общий язык гораздо быстрее, чем взрослые. Что хочется отметить, детский мини-клуб работает с 9 до 6. Соответственно, это, как я сказал, активно развивающие игры, программы для самых маленьких гостей. Помимо внутренней части, гости наши самые маленькие бегают по острову, изучают мальдивский язык, рисуют, делают поделки и даже ездят на детскую рыбалку. Что хочется отметить, Hideaway дружественен для семей с детьми. Во-первых, большие виллы. Конечно, это удобно, когда дети в отдельной комнате, детские кроватки, все это по запросу мы предоставляем. Есть место, где есть детский бассейн, это Мирубар, отдельный бассейн с детским покрытием и небольшой глубиной. Есть детское меню во всех ресторанах. Детский уголок, соответственно. То есть для семей с детьми создано все для комфортного отдыха. При том, что, конечно, как я уже отметил, количество семей с детьми неуклонно растет на Мальдивах и в Hideaway в том числе. На лето мы как раз выпустили новое спецпредложение, где дети до 12 лет отдыхают бесплатно и питаются на том же типе питания, что выбрали родители, без дополнительной оплаты. То есть, в принципе, дети бесплатно, 12 лет, в Hideaway на лето. И будем рады видеть, это захватывает предложение и майские праздники в том числе. Что касается окружающей действительности. Как я сказал, это, наверное, тема отдельного вебинара, но более 30 спотов для дайвинга. Рядом остров Утим в 15-минутной доступности, где резиденция султана, который правил Мальдивами какое-то время. Это целый мир, о котором можно рассказывать бесконечно. Могу сказать, что мы можем удивить самого искушенного гостя в плане рыбалки, в плане дайвинга, в плане исторической культурного достояния Мальдив. Что касается спорта и отдыха на самом острове, достаточно много построено уже и за прошлый год сделано. Что мы построили в прошлом году? Это новый баскетбольный центр, баскетбольную площадку. Это новый корт для падл-тенниса. В этом году запланирован еще один корт. Это помимо гольф-центра, который у нас уже второй год существует. Гольф-центр – это два гольф-поля, симулятор в закрытом помещении, плюс мини-гольф на открытом воздухе. Баскетбольной площадке еще на открытом воздухе, два теннисных корта профессиональных с тренером, сертифицированным Академией RTC.
Ну и, собственно, футбольная площадка, волейбол, все, что касается активных видов спорта на воде, центры водных видов спорта, которые можешь предложить без мотора и с мотором за дополнительную плату. В общем-то, Hideaway достаточно большое внимание уделяет именно активному образу жизни, спорту, здоровому образу жизни, конечно, с йогой по утрам, персональными тренировками, в том числе по запросу. Ну и водным парком для детей и взрослых в лагуне. Это целая конструкция надувная, большая, со скалолазными горками, батутами, где гости могут прыгать, бегать от мала до велика, скажем так. Все это в лагуне совершенно прозрачным, чистым, чистой водой. Hideaway имеет собственную марину для стоянки яхт, собственный флот яхт. Мы можем предложить в том числе яхту Majesty, которая у нас буквально пришла недавно. В позапрошлом году мы ее купили. Три каюты полноценных для длительного плавания. На несколько дней мы можем уходить в океан с целью рыбалки, снорклинга, дайвинга, либо просто отдыха на яхте. Либо наоборот, то есть здесь различные комбинации также доступны. Есть лодки для профессиональной рыбалки, есть дони для вечерних выходов в океан, наблюдения с дельфинами, либо рыбалки, опять же, классической мальдивской. То есть, в принципе, различные варианты можем предложить. Нередко к нам заходят на своих яхтах, останавливаются на несколько дней, яхта обслужена, заправлена, гости отдохнули и готовы к дальнейшему путешествию. Полуподводная лодка «Пингвин» для наблюдения за подводным миром, для тех, кто не хочет замочить ножки. Про гольф я уже сказал. Что хочется отметить в заключении, мы на данный момент развиваем наш телеграм-канал, он создан буквально в начале этого года, где мы выкладываем какой-то уникальный контент, и будем рады, если вы присоединитесь к этому, если вы поможете нам управлять этим процессом, потому что, конечно же, без ваших советов это будет много сложнее. Здесь линк, здесь QR-код, как раз на этом слайде, линк на телеграм-канал Hideaway. У нас есть свои сотрудники маркетинга на острове, которые будут с удовольствием пополнять галерею фотографиями, видео, которые вы также можете использовать в своей работе для гостей, для привлечения гостей и для информирования гостей наших, которые уже забронировались, либо думают еще о различных вариантах. Что касается мини-бара, у каждой виллы есть свой мини-бар, безусловно. На концепции White Platinum Plan или Signature All Inclusive. Это две разных концепции, все включено в зависимости от того, где гость проживает. Мини-бар включен. Это вино, пиво, безалкогольные напитки, шоколадки. У Signature это более расширенный набор и более, скажем так, высшей категории вино. При этом пополняемый каждый день, то есть ежедневно. По Hideaway, наверное, все. Несколько слов про Lily Beach. Lily Beach – всем известный вариант. Этот остров является, наверное, самым известным, если мы говорим в разрезе Мальдив на все включено. Первый отель, внедривший концепцию «все включено» на Мальдивах, активно развивающий ее. Концепция Platinum Plan All Inclusive – единственная концепция в отеле, она в какой-то мере является непревзойденной. Несмотря на обилие отелей, на обилие конкурентов, сейчас открывающихся новых отелей и уже открытых. Отель расположен в Южном Мари-Атолле, в 20 минутах от Мали. В чем здесь есть преимущество? Если трансферы в Hideaway осуществляются гидросамолетом напрямую, то трансферы в Лили, они, как это называется, могут быть разделены между отелями. То есть могут быть другие гости на борту. Но преимущество в том, что Лили один из первых отелей на пути в Южный Мари-Атолл. То есть
гости в 90% случаев будут первыми, кто будет выходить из самолета. И также заходить обратно в самолет на обратной дороге в Мали. В общем-то, это тоже определенное преимущество. Это минимальное количество взлет-посадок, да, на гидросамолете. Также это наиболее востребованный тип трансфера в Лили-Бич. Хотя есть и опция внутренних авиалиний плюс катер. По времени это, наверное, в два раза дольше, 20 плюс 20 минут. Сам остров 110 на 600 метров. Всю эту информацию вы можете в открытых источниках легко найти. На что я хотел заострить внимание. Пляжная сторона – это северная сторона острова. Здесь вы видите как раз на слайде, что все наши практически пляжные виллы, категория Beach Villa, Beach Family, Beach Suite, Beach Residence, они расположены на северной стороне. Что касается этого года, 24-го года, отливов, приливов ярко выраженных нет. Активные лунные сутки наблюдаются после 16:00, обнажается риф, но при этом все равно комфортно. Можно зайти в воду, комфортно купаться. Коралловые крошки сильно нет на пляже. Пляж покатый, пляж хороший, просторный. Где-то он, полоска пляжа уже, где-то шире. Уже она, наверное, у бич-сьютов, шире она по центру и по правой части острова, по северной части острова, справа она более широкая. Ну и, конечно, центр острова сам по себе самая, наверное, широкая полоска пляжа. Повторюсь, это на самом деле один из идеальнейших пляжей, который можно найти в Южном Ариатолле. Особенно, когда гости приезжают с детишками, а Лили-Бич, он известен и позиционируется нашими партнерами как семейный отель. И очень правильно, потому что концепция питания, все включено, подразумевает, что практически в любое время гости могут найти, чем накормить детей разного возраста абсолютно. Будь то самые маленькие наши гости, которым всегда в ресторане Лили-Ма приготовят какие-то отдельные блюда, супчики, пюрешки из того, что есть в рамках шведского стола, что-то отдельное в зависимости от запроса, причем без какой-то дополнительной платы. Хочется отметить, что, раз я сказал о детях, у нас на летний период действует предложение сейчас невероятное, 35% в комбинации с одним ребенком бесплатно. И это действительно сейчас является конкурентным преимуществом, потому что стоимость Лили-Бич, она действительно на летний период, на майские праздники крайне выгодна. Повторюсь, наш платинум план – это практически 90% нашей стоимости. Когда бы гость не приехал, будь то май, декабрь, июнь или январь, он всегда увидит обширный набор блюд, более 20 наименований фруктов, станцию сыров, пополняемую еженедельно из Франции и из Италии. В этом году, буквально 2 недели назад, мы внедрили новый итальянский уголок для гостей, где готовим не только пасту и пиццу, но различные еще вариации итальянских блюд, наименований. Вообще хочется отметить, что наш платинум план, он из года в год только приобретает что-то новое. Это самое важное, что может быть в Лили. Это самое важное, что может быть для гостей. Кроме, конечно, условий с точки зрения пляжа, ну и погоды, наверное. И здесь нет компромиссов. Для гостей платинум план останется неизменным. Когда бы гость не приехал, на какое-либо количество дней, ночей и в какой бы категории вилл он ни жил. Всегда это будет хорошее питание, всегда это будет хороший сервис. Лили-Бич хороший отель, 5 звезд, это не делакс, но при этом сервис на высочайшем уровне. Как можно передать особенности сервиса? Можно сказать, у нас хороший сервис. Можно сказать, что
персонал сработает достаточно давно. Но вот это отношение к гостю, возможность угодить не искусственно, но самым естественным образом. Улыбки, разговор, общение гостя и сотрудников отеля происходит, ну, я бы сказал, на самом идеальном уровне. Это присуще отелям класса люкс. В Лили Бич это есть. Крайне редко это можно встретить в принципе. Но Лили Бич, наверное, этим и отличается. Совершенно домашней атмосферой, совершенно идеальным сервисом. По виллам я хочу отметить следующее. Бич вилла стартовая категория. Бытует мнение, что это старые виллы. Я бы сказал, что это виллы с опытом. Все эти виллы мы поддерживаем в должном состоянии. Часть из них уже реновирована. Это новость 2024 года. Мы продолжим этот процесс в этом году. Незаметно для гостей, не тревожь гостей, так как мы перекрываем часть. Я думаю, что это летний период нас ждет. Но для тех, кто смотрит более просторный, более приватный, в том смысле, какой это может быть вариант, это категория бисютов, безусловно. Потому что бич-вилла, она более таком классическом мальдивском дизайне, 68 квадратных метров. При этом мы все равно 2 плюс 2 успешно размещаем. Большая кровать, софа, как вы видите на этом слайде. Причем 200 на 90, то есть софа для рослого взрослого ребенка, либо для третьего взрослого, плюс доп. Кровать мы доставляем здесь. И все виллы выходят прямиком на пляж, то есть буквально 15 метров отделяет пляжную полоску от виллы. Семейные виллы, две комнаты, одна комната твин, две кровати, вторая комната king size, через дверь. Ну и я упомянул уже наши новые виллы. Это бич-сют, бич-сют бассейном и бич-резиденс. Что хочется отметить, эти виллы построены у нас в конце 2019 года, но я до сих пор называю их новыми. Они действительно таковы и есть, потому что заходишь, кардинально видишь иную картину. Они действительно поддерживаются в должном виде и выглядят как новые. Кто смотрел мой последний эфир из отеля Лили Бич, который я делал некоторое время назад, по-моему, недели две назад, может смело оценить как раз бич-сьюты, потому что там в живом варианте были представлены бич-сьют с бассейном и бич-резиденс. Думаю, ссылочку тоже коллеги из компании Pa Group могут поделиться, у них она есть. Эти виллы я назвал более приватными, хотя Лили Бич не про приватность. Все-таки виллы сосредоточены ближе друг к другу, нежели в Хайдвей. Но, тем не менее, перегородки между виллами вот на этом слайде и здесь также вы можете видеть, они присутствуют, то есть некая приватность она все равно обеспечивается. Бич Резиденс у нас две таких виллы. Это большие, просторная гостиная плюс спальня, большой бассейн. Ну и, конечно же, возможность привилегий, потому что для топовых категорий особая привилегия Beach Residence и Sunset Water Suite, нашей топовой категории, особая привилегия присутствует. Что касается ресторанов, конечно, за основной ресторан Вилима – это шведский стол, завтрак, обед, ужин. Хочется отметить, что это невероятно просто. Выбор для самого взыскательного гостя. Можно найти все. В рамках шведского стола абсолютно. И каждый день это будет новая кухня. Сегодня день итальянской, завтра день испанской, послезавтра ночь морепродуктов, когда вообще все, что может быть на Мальдивах, все будет в рамках шведского стола. Поверьте мне, редко где можно найти на Мальдивах такой выбор, который предлагает Лили Бич. Повторюсь, в компромиссах, в вопросах питания в Лили Бич нет абсолютно. Более 90% стоимости, совокупной стоимости виллы – это наш платинум план. А-ля-карт рестораны работают для всех гостей. Это и Аква,
обед или ужин по записи. Это наш Vibes Bar, где можно прийти на обед, также без записи, но вечером там проводится приватный ужин на пляже. Это Spirit Bar, где зачастую проводятся наши шоу, будь то балийское шоу, будь то шоу Будуберу, будь то традиционная мальдивская деревня, еще варианты программ. Вообще, хочется отметить, что Lily Beach достаточно активный отель для тех, кто хочет вечером провести время более активно. Есть дискотека, играет живая музыка. Все это тоже есть. Ну и про детский отдых я уже отметил, что, конечно же, Lily Beach для семей с детьми, он полноценно отвечает всем требованиям и всем возможностям, которые может только подарить такой небольшой остров. Детский мини-клуб также работает для детей от 3 до 12 лет, различные программы. Каждый день новые, каждый день что-то меняется. Не моторизированные водные виды спорта бесплатно, все, что с мотором, за дополнительную плату, ну и, конечно, возможности снорклинга и дайвинга. Но могу сказать, могу отметить, что домашний риф, который окружает со всех сторон остров, он богат, многообразен. Можно на протяжении недели открывать для себя что-то новое, заходя с разных частей острова, взяв маску и ласты в центре водных видов спорта. И риф... Ну, в зависимости, конечно, от времени, в зависимости от погоды, он поистине может удивить, потому что в Южном Ариатоле не так часто можно увидеть таких ярчайших представителей подводного мира, как в Lily Beach. Осьминоги, черепахи, мурены, стингрей, бэби манта, в общем, все, что касается подводного мира, наверное, риф Lily Beach заслуженно отмечен нашими коллегами, многими, как один из лучших, в принципе, на Мальдивах. Но в Южном Ариатоле их по пальцам одной руки пересчитать. Я думаю, вы тоже это знаете. Спа-центр у нас представлен 7 спа-суитами на воде. Причем есть двойные спа-суиты, где пары одновременно могут принимать сеанс массажа. На этот год, я думаю, мы также продлим наше спецпредложение, которое будет действовать с мая по сентябрь. Свадьба бесплатна. Анонсирую это сейчас, хотя оно еще не вышло, но думаю, в ближайшем времени я его выпущу. Наши партнеры обязательно об этом скажут. Свадьба бесплатна – это когда полноценная свадебная церемония для гостей. 6 месяцев с момента максимально официальной регистрации брака. Доступно будет в летний период. При этом церемония будет проводиться на пляже со всеми атрибутами, с мастером церемонии, с музыкантами Будуберу, сертификатом, принесением клятв и, конечно же, шампанским и канапе. Что касается а-ля-карт ресторанов, на обед мы предлагаем а-ля-карт рестораны, выбор Sunset Vibes или Aqua без дополнительной платы. Если это ужин, то Tamarind единожды за 7 ночей входит в программу Platinum Plan Inclusive. Остальные опции, другие опции, которые мы предлагаем, приватных каких-то ужинов, они с дополнительной платой. Что хочется отметить, в большинстве своем гости, конечно, выбирают а-ля-карт, хорошая возможность попробовать что-то новое из меню, но это другое обслуживание, опять же, по меню. Но, конечно, удобство Лилима, оно неоспоримо, особенно для семей с детьми, когда нужно быстро и многогранно накормить детей и покушать сами. Завершая, наверное, обзор Lily Beach, хочется отметить, что в этом году Lily действительно обрел новые тенденции. Во-первых, у нас стали проводиться постоянно менеджмент-коктейли на пляже, где торжественно накрывают столы, коктейль, где сервируют шампанское ТТНЖ, один из ключевых наших партнеров в рамках Platinum Plan, сервируется бесплатно во всех барах и ресторанах.
Moët также одно из известнейших брендов. Ну и, конечно, возможность пообщаться с менеджментом, потому что наш генеральный директор Лорент, хочется отдать ему должное, это тот человек, которого можно видеть всегда и везде, с утра до вечера, на пляже, в ресторанах, на пляже я не имею в виду, в плавках. Он всегда рад пообщаться с гостями, получить обратную связь, сделать все возможное для того, чтобы гости не только остались довольны, но задумали свое следующее путешествие. Вообще, хочется отметить, что повторные гости в Лили Бич – это скорее правило, нежели редкость. У нас, наверное, один из самых высоких показателей повторных гостей. И я сам, будучи в отеле, часто встречаю именно тех гостей, с которыми мы уже много раз пересекались. И это добрая традиция, это добрые какие-то воспоминания совместные. Наверное, это и является основным. Хорошие воспоминания, хорошие впечатления, которые оставляет Лили Бич, работа всей команды. Повторюсь, текущее спецпредложение у нас крайне выгодно. Возможно, скоро мы его применяем. Он действует до конца февраля. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, на будущий период, в том числе майские праздники. Март, апрель, я знаю, сейчас идут бронирования, они у нас есть тоже. Будем рады новым бронированиям, новым гостям, чем-то удивить, чем-то впечатлить. Мои контакты, я думаю, что коллеги тоже могут оставить для каких-то специальных пожеланий, вопросов, если они таковые возникнут. Ну и небольшое видео попрошу тоже включить по Лили Бич, дабы завершить. Спасибо, дорогие коллеги. Компании Pack Group. Я думаю, мы скоро увидимся. 15 числа мероприятие у компании Pack. Я буду тоже. Ну и успешного года. Успешных Мальдив. Всем Мальдив. Пусть 24-й год будет лучше 23-го. Остаюсь с вами. Скоро будем в эфире вновь. Спасибо вам. Счастливо.